Главная новость к этому часу. Россия начала вывозить технику из Беларуси после учений «Запад-2017». Я Светлана Обратнова. Здравствуйте. На железнодорожной станции «Верейца» загружают эшелон с российскими танками. Это около 50 машин различной модификации. Большая часть уже погружена. Как отмечает белорусская служба «Радио Свобода», вся техника без опознавательных знаков. По рассказам местных жителей, техника с полигона, на котором проходили российско-белорусские учения «Запад-2017», прибыла своим ходом вчера вечером. Погрузка продолжается более полусуток. Беларусь также покидают истребители. Учения «Запад» начались 14 сентября и продолжались неделю. Это первые российско белорусские маневры такого масштаба на границе со странами НАТО после аннексии Крыма. По официальным данным, в маневрах участвовали около 13 тысяч военных, но на Западе считают, что в них могли быть задействованы до 100 тысяч человек. В НАТО указывали на непрозрачность маневров. Украина и страны Балтии не исключали, что после учений Россия может оставить войска и технику в Беларуси. В Кремле настаивают, что учения сугубо оборонительное мероприятие, а не акт агрессии. Петр Порошенко призвал Совет Безопасности ООН разместить международных миротворцев в Донбассе. По его словам, сделать это надо чем быстрее, тем лучше. Президент Украины выступил вчера на Генассамблее ООН, где назвал Россию главной угрозой международной безопасности. Порошенко подчеркнул, что Москва продолжает поставлять оружие сепаратистам в Донбассе. Россия это всегда отрицала. Порошенко отверг российский вариант размещения миротворцев ООН. Этот план предполагает, что миротворцы будут заниматься исключительно безопасностью наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины. Киев предлагает не ограничивать деятельность миротворцев лишь этим. Украина также настаивает, что россиян не следует включать в состав миссии. Пока граница используется как основное средство переправки оружия и людей в Донбасс, в моей стране не будет мира. И последнее предложение по миротворцам из Москвы – это еще одно подтверждение ее истинных намерений – легализовать своих марионеток и заморозить конфликт навсегда. Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был готов информировать российского бизнесмена Олега Дерипаску о ходе предвыборной кампании в США. По данным агентства Associated Press, Манафорт в июле прошлого года написал письмо своему бывшему коллеге по работе в Украине Константину Килимкину и попросил передать письмо Дерипаске. Манафорт написал: «Мы готовы, если нужно, проводить брифинги о ходе кампании». Российский олигарх отрицает, что имел какое-то отношение к предвыборной кампании Трампа. Ранее телеканал CNN сообщил, что американские следователи вели прослушку Пола Манафорта. Его деятельность на посту главы штаба Трампа сейчас изучает спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования о влиянии России на ход президентских выборов в США. Москва вмешательство категорически отрицает. В Мексике продолжают поиск выживших после мощного землетрясения. Спустя сутки под завалами обрушившейся школы нашли девочку. В результате землетрясения магнитуды более 7, погибли не менее 230 человек. Окончательное число погибших может возрасти. В столице Мехико многие семьи провели минувшую ночь в парках и на улицах, опасаясь новых подземных толчков. По данным властей, около 4 миллионов человек остались без электричества. Землетрясение было сильным, много человек погибло. Наш город Морелос находился в эпицентре. У нас есть все необходимое на первое время, чтобы оказать помощь на месте. Люди помогают друг другу, но нам нужна помощь от других стран. Глава штаба Алексея Навального в Москве не опознал нападавшего на него человека в полиции. При этом он узнал среди статистов человека, который приходил в штаб. На сегодня назначена очная ставка. Накануне задержанный заявил, что Ляскин якобы заплатил ему за инсценировку нападения. По версии следствия, нападавший отправил Ляскину СМС со словом «исполнил». Оппозиционер назвал это полным бредом. На Ляскина напали в пятницу, его несколько раз ударили по голове железной трубой. У оппозиционера сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Центробанк России объявил о санации Бинбанка и Ростбанка с использованием фонда консолидации банковского сектора. ЦБ заверил, что Бинбанк и Ростбанк продолжат работу в обычном режиме. Вчера Банк России заявил, что собственник Бинбанка сам обратился к ЦБ с просьбой о санации. Бинбанк занимает 12-е место в России по объему активов. Фонд консолидации банковского сектора был создан в этом году. И первой кредитной организацией, которая прошла санацию с использованием этого фонда, стал Банк Открытия. Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что государство пытается взять под контроль банковский сектор. Таковы главные новости. С вами была Светлана Обратнова. Увидимся.